Приветствую, уважаемые подписчики. Мы находимся опять в Чернобыле. Отпуск закончился. Вчера отработали первый день, понедельник. День насыщенный был. Вот сегодня одна из целей — это пройти по своему маршруту и посмотреть, где наш дружок, как он, если он вообще. Так вокруг все подрастало. Та картина, которая осенью, зимой, которая позволяет наблюдать строение, сейчас это не предстоит возможным. Кое-где можно увидеть, которые дома непосредственно в близости дороги. Ну что, будем звать нашего дружка. Дорога по направлению Чернобыльской Ильинской церкви. Ветер сегодня. Прогуляемся до реки Припять до начала рабочего времени. Здесь вот все похоже на прилегающая территория к церкви. Мы тоже как близко подошли. С этого расстояния он уже прибегал. Нет его. Вот он. 2 месяца не видел. Привет, дружок, узнал. Подписчики скучают. Ну как ты тут? Расскажи, какие новости. Да принес тебя покушать, принес. Сейчас буду кормить. Ну, спасибо за поклон. Ну, что здесь нового? Понятно. В принципе, информацию мы знаем. Не будем распространяться пока, да? Ясненько. Ну, у тебя порядок, все покошено здесь, убрано. О, кот! Кс-кс-кс-кс. И кот идет. Да, смотрите, как они скучают за нами, наши животные. Ну, киса. Привет, Мурка, обитатели Чернобыля. Вот. Все скучают за вами. Кот, дружок, вот. И кошка, Мурка. Хорошо, сейчас будем кормить. Ну вот наши обитатели позавтракали вместе со мной. Да, 2 месяца разлука была у нас. Ну, правильно все. Котлетку, кашу с маслом. Ну, а булочки потом. Хотя тоже решил попробовать. Ну, хорошо, пойдем дальше. Всего доброго. Уважаемые подписчики, подписывайтесь на наш канал. Пока еще есть возможность. Будем снимать, показывать, рассказывать вам. Задавайте вопросы, кому что интересно. Подготовимся, ответим на все ваши вопросы. Сегодня так пасмурно. Но, тем не менее, день будет хороший. Пройдем на территорию. Все выкошено, все поливается. Ну, вот такой вот уход у нас. Ну, всего доброго. Хорошего дня всем. До встречи!